Подписывайтесь на мой канал, а также не забудьте нажать на вот этот вот колокольчик. Если вы на него нажмете, то вам будут переходить уведомления о всех моих новых роликах и о новых стримах. Хей-хей-хей, друзья, всем привет, с вами как всегда Мега Джамбо, Славик Маст и Сергей Эрзе. И сегодня мы решили сыгрануть в зомби Лего полицейские погони. Смотрите, какая тут погодка замечательная. Всем привет. Всем привет, ребят. Погода просто изумительная. Я уже сваливаю. Я сегодня один выживший, это два зомбака. Погоду. Да, мы уже будем два сейчас трупака догонять Славика, да. Ай-яй-яй, я уже сваливаю. Сваливаешь? У меня несколько Миша, жизней, вы пушки очень опасны. Есть. Видите, какие-нибудь пушки? Ой, Миша, это я сейчас врежусь такой. Отстань от меня. Миша, что ж ты сделал? Офигеть, он завернул-то резко как. Да. А что ты переспавнился-то? Я перевернулся. Ну, я через Ctrl-U. У меня полный привод. Ох, Миша от меня убился. Ты Мишу убил! Я не... А, я аж слез с машины. Блин, я загорелся быстрее. Давай. Ты переспавнивайся. Ой, я переспавнился, так. А, переспавнивался? Давай, я думал, вылез и стреляться. У тебя еще 3 жизни, давай. Ладно. У тебя еще 3 жизни осталось. В смысле? Я тпхнусь в какую-нибудь точку, давайте. Вот сюда. Давай, тпхайся. Давай, ищем его. О да, мы зомби. Поехали. Давай его сожрем заживо. Давай его сожрем. Попробуйте. Мы что, чтобы у него было меньше подписчиков. Он меньше хайпа. И такой Славик, последний выживший, поранился, короче, в машине об ручку. Ну, стекло передача. И сдох. Короче, передача там была, угол, короче, острый. И я почуял Славик где-то неподалеку. Ты почуял меня? Да, твою кровушку. Я по запаху слышу. Да ёшкин кот, Серёга, что ты делаешь? Прости. Нет, прости, просто я вас увидел, случайно обосрался по носам с кровью. Ну я же говорю, что я слышу, как Славик пёрнул. Ну же. Где он? Где он? Я чую очень близко его. Вы это видели? Они меня не заметили, охренеть. Я чую это. Круто, вы это видели? Лайк просто за это. Чую. Не заметили меня. Охрененно. Где-то он, тут. А нет, будет гроза еще. Мы тоже были заметить. Вы возле деревьев гоняли. Да? Да. Миша, он, знаешь, где-то там в деревьях сидит. Ну или около, или рядом. Да? Серьезно? Нет, я ехал уже вообще-то к рампе. Серьезно? Чую кровушку, боже, да где она? К рампе место, где уже рампа лучше расскажешь. Опа, я кого-то видел. А, здравствуйте, как ваши делишки? Ой-ой-ой. Я же не обманывал. Да он в аэропорту вообще был. Я в аэропорту не был. Я не был в аэропорту. А где ты был? Я вообще-то там объехал просто. Я вас заметил и объехал. А, кстати, машина хорошо управляется, еще если бы она побыстрее была. Хотя, в принципе, скорость здесь нужна. И куда он делался, Миша, куда он делался? Короче, около спаун-точки. Самой начальной, самой первой. Ну нафиг. Миша умер. Кайф. Я бронировал. А, вот я вас слышу. Я стреляю, я тебе подаю, это, короче, знак. Упс. Упс. Надо сбить, сожрать Славика заживо. Миша, Миша, ты очень быстрый, блин, это зомби, знаете, такие маленькие, быстрые. Так это я тоже быстрый. Да, там вы охренели, а я не быстрый. На тебе. О, спасибо, Миша. Миша, отъезжай, давай в него выстрелю. Его сломал заживо. Не могу повернуть, Где он? На тебе. Он вышел из машины. Надел вам всем. Понимаешь, что он вышел из машины? Ну да, это... как бы. Я сваливаю. Да ну нафиг. А от нас далеко не свалишь. Мы чуем кровь твою. Ты поранился. У меня пистолет. Минус. О, еще один зомбак такой. Ну, Миша, ты, я тебя убил. Теперь Серега. Нет. Вот он, Серега. Подожди, Миша, реально. Славичек здесь. Хорошо, я послежу за этим. Я тут прыгаю такой, счастливый зомби. Типа спектатор. Ха-ха. Есть! Что? Ты, блин, мразь. Да, на прифе я поймал. На прифе да, поймал. Жестко. Жестко, ребята. Так, ну давайте теперь кто-то другой будет выживший. Я буду полицейским. Ну, не полицейским, выживший. Выжившим, да. А мы типа полицейские хорошо, зомби. Миша. Погнали. Так, ну теперь я вместе с Серегой будем мы, значит, зомби. Миша, давай убегай, спамься да, любую Миша, точку. Давай, убегай от нас. У меня маленький зомби. Танчик какой-то, хрен пойми, что это. Танчик? Ну он такой, он, это вроде и машина, а вроде и не машина, вроде это хрен вроде пойми. Вроде и не машина, а вроде и не машина. У него машина. Или у нее две пушки. Оно, короче. У оно две пушки. Это кто? Это Миша. Это ты, Славка. А, это Серега. Это я. Вот это я, да. О, я вас вижу. Я вас вижу. Едет Славик по прямой. Мысли, где я? Где он?
Он опять сверху что ли заспавнился? Вон. Вон он, а где он? Где он? Славик по прямой, едет сейчас повернет направо. Он что, на доме вот там вот, да? Серега по прямой поехал. Нет, Миша. Вот он, черная фигулька на доме стоит, вот это он? Где черная фигулька? Нет? Нет. Значит, мне показалось. А вы где? О, короче, кто-то там около переезда в аэропорт едет. Серег, где он? А кто там ездит? Я не знаю. Привет, Миша. Блин. Он здесь, между домами. Да, он между домиками. А как он уж там меня видел, у меня такой вопрос. Через карту, походу. Миша, я же тоже маленький, я тоже здесь могу проехать. Я знаю. Блин, давай едь. Он, только он не хочет. Так я там тоже мог проехать. Так. Где вы здесь? Так, иди куда, Миша? Он куда-то уехал. Он, походу, направо уехал. А куда он делся? Я его потерял. Вон он, человек, вон он, я его нашел. От меня слева, справа, где? От тебя справа. На тебе, Миша. Я, кажется, я тебя так подтолкнул. Вон, ну, спасибо. Ну где именно? Ой, я Миша перевернул. Ну блин, а тебя был справа, когда ты выехал, не тупи. Я не знаю, где. А, нет, это было слева. Это слева, справа, возле деревьев. Спасибо. Да, блин, я перевернул. На, есть! Ни хрена себе. Это точно, не... Давай, 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 Славик, зажимай его. На! Да, у тебя пушка и новая. На, и тебя. Я туполобый зомби, я всех убиваю. Я и перестал. Давай, Миша, у тебя есть два, у тебя есть две жизни. Еще две жизни, давай, Миша. Две жизни? Да. Подожди. Я его нашел. Давай, давай. Что, Миша, ты уже переспавнился, давай. Все, Миша, нельзя ждать-то. Убегай. Нечего ждать. Хорошо. А мне выжившим, кстати, понравилось быть, им прикольно быть. Оу. Блин, да капец, у меня машина дрифтит, что за бред-то? У меня вообще маленькая фиговина. Короче, давай, я обнаруживаю его, загоняй в тупик, поехал, а я его Миша. Буду разобивать. Да, я его перевернул. Миша, можешь перевернуться. А как переворачиваться, я не помню. Ctrl-U. Ctrl-U. Да ешкин, как взять эту машину. Ctrl-U. Ctrl-U. На, отходи, Серега. Ой, да не переворачивай. Прости, прости. А, в смысле? Убил? Походу. Хрен его знает. Нет, не убил. Он там, стреляем. На! В смысле, что за фигня? Миша починил машинку. На! Да. Ой, Серега, извини. Да, да не в меня ж, дурачок. Ну ты шо, надъема, что ли? Минус Миша. Давай, хватит в меня стрелять. Я тебе Миша, что ты прям в тот район? Проходики. Ну, сори. Извини, а что, вы веститесь? О! Все, минус Миша, Миша, все. Минус все, минус все. Классно я сделал. Да, давайте еще раз. Миша, последняя жизнь. Давайте еще разочек. Я заспавнился. Давай. Ищем его, ищем. Сейчас, погоди, да, заспавнишь. Классно, да, я сделал? Да. Ты вообще... Мне понравилось. Блин! Где он? Миша, привет. О! Миша, переспавнился нельзя, ты в курсе? Он возле каньона там, что ли? Нет, ну Миша, ты только чтобы он на лифту, блин, и переспавнился отсюда, это нечестно. Ну возле, короче, я понял, где Миша. Славик, он переспавнивается. Я не переспавнил. А где ты еще нет? У тебя машина стояла на высоком домике, Миша. Я не тупой. Ну, блин, смотреть нефиг. Миша, я как бы её заметил, она там стояла у тебя. Не стояла, она на лифтике. Ну да, конечно. Она стояла. А, я понял, где Миша, вот. Даже мне на зависть можешь увидеть. Улетел в каньон. А Миша, кстати, живой остался. Миша, давай, переспавнись. Он рассыпался. Не, нормально, нормально. А ты в каньон упал, алло, зомби. Миша, у меня бесконечно жизней. Спасибо, подталкивай. Подожди, у меня машина не ехала. Окей. А чё взорвался-то? Ладно, я решил... Ой, Серёга, тебе жопа. ...покончить самоубийством. Я Серегу рассыпал. Нет, я с тобой не живу. Интересно, зомби тупые или нет? Ты дух. Ребята, а тут зомби ожили. Все, ладно, давайте теперь Серега будет у нас.
Да, тебе нужно стрелять. О, да, кайф. О, какие взрывы, какие спецэффекты, вот это да. О, да, мощно. Поехали. Просто мощно. Давайте, ребята, поехали. Все, ребятки, взял я БКГ Гладиатор. Ну, мне жаль, так думаю, потому что свайка три пушки. Ну, что ты по мне стреляешь, блин? Я больше за ТП хочу. А я такой, типа, мелкий зомби из Minecraft. Да, он просто мелкий зомби, Миша у нас. Самый-самый мелкий, типа, такой. Новорожденный зомби. Да. А, кстати, надо криминал сделать. Они типа быстрые, как в Майнкрафте, да. Все, я ищу Серегу. Только, Миша не особо, по-моему, быстрый. В смысле не быстрый? Я быстрый. Слайк, кажи криминалс. Смотри, я быстрый. Ой, что он вытворил? Он слева от меня. Привет, Серега. На! Ой, Серега, минус. Все, мы выиграли, с вами был Мэтч. Нет, Славик Мастер, я ой, не потому. Серьезно? У тебя еще 3 жизни есть. Две я знаю, Миша. Ой, чуть, в смысле, Миша, я не переспомнился. Я просто обратно на колесики встал. А, ну я понял. Все нормально. Не, давай. Чертовка, потолкните меня. Ох. Шорт корявый какой-то стал. Блин. Ну ты меня расстреливаешь жестко. Ну у тебя, блин, пушки реально такие жесткие. Ты шо, зомби против зомби, шо ли? Против всех. Поехали от них быстрее, поехали от них быстрее. Езжай. Что-нибудь попадать? О, здание так, упало. Так, езжаю. Серегу не задело? Так, быстрее. Нет, меня не задело. Ну, повезло. Ой, тебе. Близко там. Надо заворачивать. Сейчас я его догоню. Давай, Миша, за мной. И куда ты заворачиваешь? Он налево. На изи, я завернул. Налево? Вот он. Да, люблю заворачивать налево. Сейчас мы тебя догоним. Как носит. Нет. Серега, встречай меня. Вот это я сальтуху сделал. Так, на колесики. Серега, хочешь? Нет, мне Слайк убьет. Офигеть, взрывы, море эпика. Я слышу расстрелы. Так что, боже, думаю. Ой-ой-ой-ой. У меня Слайк палит. Я вас слышу, вы где? Справа где-то. Мы здесь, Миша. Давай. Ездите. Давай, я должен уехать. Да я не вижу, мать его. Блин, я должен скрыться, что едете. Давай, он возле мостика. Что, типа того? За мной, Миша, давай. Он налево завернул, за стоянкой. Он сейчас будет, наверное, на стоянку заворачивать. О, какой дрифт от меня, о, кайф. Софт, давай. Уже потерял меня из виду. Разделять будем. Короче. Блин, он где-то здесь спрятался, в кустах. А я его вижу. А где он? Он, я бы сказал. Он не туда завернул, куда я думал? Он не в тот район попал просто. Ты меня, Миша, видишь? Да, я тебя видел. Ты вон справа, вот. Я тебя вижу. Ага! Ага! Ба! Ну и где он? Ты должен стрельнуть в батю в здании. У Сереги последняя жизнь? Или еще две? Еще две. Нет, мне еще две. Смотри, где я? Видишь, где я? Стрельни в это здание, вот она. В это здание. Окей. Ага! Я понялся. На! Еще раз. Сейчас я буду. Серега, он спрыгнул. Спрыгнул. А тут заборчик, ха-ха-ха, поехали быстрее от них. Офигеть, вот ты просто на эпике спрыгнул. Ой, там за ней упало. Серьезно? Быстрее, валим куда-нибудь. На. Как же скользит по этой дороге жестко. Миша, что ты делаешь? Миша не спас. Миша, спасибо, Миша. Ты меня прикрыл. Я тебя не спас. Большое спасибо. Ну я зомби. Опять ты Миша не спас. И я такой. Разгоняюсь. Да, Миша, это было близко, это было почти. Едем. Уйди с дороги. Ой, минус, Миша. Да он достал меня стрелять. Я зомби, туполобый. Я не знаю, я везде стреляю. Ты просто тупой, я не туполобый. Шо, у тебя самолет, что ли, там личный? Да, где-то самолет должен быть. Нет. Нету самолета. Серега просто выехал на вылазку сегодня. На прогулку выехал? Да, вылазка. Да. Он ж пёс у нас. На нафиг тебе. Как ты целый? Офигеть, я зомбака развалил. Быстрее, поехали. Всё, блин. Умри. У меня ещё даже ситуация. А, нет, это была последняя, да, у меня? Нет, ещё одна. Ох. Переспанься в любую точку. Давай, в любую точку, братан. И мы, да, в город, мы тоже спавнимся, в город куда-нибудь. Уже переспавнился. Всё, в город, Миша, заспавнимся. Погнали. Последний разок сейчас.
И будем уже прощаться, заканчивать. Давай, я последний раз, конечно, давайте. Согласен с тобой, что последний раз. Серега, а ты где, мать? Я хочу тебя сожрать. Не знаю. А ли Миша, знаю? Ну, ты меня точно не сможешь сожрешь. Ага, мать его. Я знаю, где он. И где? Там-та-т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 ам. А как ты, Миша, ко мне тпхнулся? Он приехал. Так, а не Миша, я просто тпхнулся. А, на домик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, ребят, это было реально эпично. Все что ли? За такое можно поставить ВК, да, на тебе. Не понял. В смысле? На тебе, в смысле-то? Ну, ты хоть раз развалишься? Нет. О, у меня, кстати... Ладно, в принципе, на этом все. С вами был Мега Джамбо, Славик Мастер, Герзе, ставьте большой сочный палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Да, и ссылочка на нас, конечно же, в описании есть. И на Серегу, и на Славика. Пока-пока.